Всем привет, на моем 290-м стриме. Мы продолжаем сегодня проходить I Wanna Kill the Camellia 2. У нас Big Kid, большой пацан, большой ребенок, вернее, да, если быть более точным. Он действительно большой. Но мы тоже играем за ребенка. Надо как-то с этим разобраться. Привет, Вадимиру. Привет, Агенлаш. Да, печально у тебя сегодня забег был по Росгиру. Не, ну как, вообще-то забег был офигенный. Но в конце печалька случилась, да. Забег был очень хороший, так-то вообще-то. Я не знаю, я сейчас, у меня какое-то странное состояние, если честно. Я не знаю, сколько я простримлю. Возможно, недолго. Хрен знает. Немножко как-то плывется перед глазами, а тут концентрация нужна. В общем, я не знаю пока точно. Да понятно. Не, понятно, что настроение ужасно. Я полностью тебя понимаю. Ну ничего, это спидраны. Это спидраны. Всегда так бывает. Когда-то успешные, а когда-то очень расстраивающие. Привет, Михаил. Ну что ж, поехали. Невозможно всегда со спидрана уходить с хорошим настроением. Ну, разве что, если только тебе не пофигу, но вряд ли. Если хочешь чего-то добиться, тебе не будет пофигу. А значит, всегда будут неудачи, ну, кроме моментов, когда удача, но это все-таки чаще неудача. Тупо по статистике. Привет, P2. Сейчас, короче, по-быстрому убиваем Big Kid'а и идем Just Observer смотреть. Он там дошел до Гаев, а его накил за Камелия 3. Thank you.
Как? Ой, как я задел это? Блин, такая боль. Да, Генлаш, кстати. Привет, Раон, спасибо. Да, видишь? Ну вот, видишь на весь экран. Ну, игра. А то так в игре отображается. Почти Абайденс прошел или что? Только не говоришь, что умер на третьей фазе. Привет, Сейдер. Ладно, давайте чуть-чуть поспамим. На удачу. Не пошло. Обидно, но... Да, скоро, значит, пройдешь. Плохое. Блин, долго думал, по низу или поверху. Я задержался на нем. Ну слушайте, вы вообще недооцениваете эту игру. Сколько вот я прохожу ее, все постоянно пишут, ой, что-то я долго прохожу. Ой, да что-то ты до сих пор не прошел, что ли? Вы серьезно не понимаете, что это за игра? Наверное, со стороны смотрится вообще как какая-то от 3 до 5 лет, что ли, я не знаю. Но вообще-то я быстро ее прохожу, серьезно. Вы посмотрите, сколько люди проходят ее при первом прохождении. Я довольно-таки еще нормально прохожу. Я понимаю, что вам хочется быстрее следующего босса там увидеть, но эти игры так просто не проходят. Вот я из-за этого, вот видите, вот из-за этого я боюсь третью Камелию проходить именно на стрим. Потому что вот то же самое, там все еще намного, намного, намного хуже, чем тут. И я еще буду дольше застревать не только на боссах, но и на уровнях. И все будут писать, ой, что-то не прошел еще, что ли? Ну, блин, вот. И на самом деле я не могу вас винить в этом. Потому что, ну, действительно скучно, наверное, смотреть-то. Ну, как бы вот. Поэтому вот я хз.
насчет третьей Камелия. Вторую-то я по-любому буду проходить, неважно, сколько у меня идет времени на последнего босса. Но вот с третьей, не знаю, не Привет, Фрей, так, стандартная приложуха Твича, что за стандартная приложуха Твича? На Android, что ли, или что? Или на iOS? Привет, Найтрики. Нормально, хорошо даже, я бы сказал. Ну, часов на 6, а я еще на нем 6 часов не сижу, по-моему. Или как раз 6. Как раз где-то 6 вот часов я на нем и сижу, да, по-моему. Ну. Может быть, я сейчас и пройду. Привет, Гантриггер. Привет, РЗ. Как там этот Kill the Guy? Ой-ой-ой, кнопка опять не прожалась. О, жесть. Опасно было.
Не было Гантригер. Нет, я не видел уже танцы. Две ночи не спать, но спить днем. В чем проблема? Не двое же суток не спать. Такой работы не может быть. Есть трудовой кодекс, нельзя так, чтобы было. А если именно просто ночные смены, ну, сам подписался. Сейчас жесть была. Куда? Куда мне надо было деться? Ну блин. Халтуры, за которые хорошо платят. Нормально. Ладно, ну блин. На самом деле я должен был выжить там. Ой, все. Thank you.
Блин, ну какая-то опять глупая смерть. Привет, Just Observer. Уехал? В смысле? Со Скадвача? Или что? Или в смысле? Ладно, все-таки уехал. Что-то он не очень. Говорил, пока сайт жив, будет у него стримить. А, ну пусть отключает чат именно тогда, когда спойлеры важны. Я, кстати, летом, еще раз подтверждаю, ну почти, вот практически 100% буду в Питере, правда я буду, так скажем, в автопробеге, поэтому, скорее всего, особо не задержусь, но, в принципе, если кто питерский и хочет встретиться там, ну, не знаю, просто там в кафешке, например, посидеть, можно устроить. Ну только это не что-то длинное, там, типа, целый день там сидеть, а так, типа, ну, не знаю, на, типа, на часик или типа того. Я не знаю, ну просто я не один буду, поэтому я не могу сейчас сказать, сколько я смогу задержаться. Ну, вообще, хотел бы, на самом деле, город посмотреть, поэтому, в принципе, может быть, ну, то есть, по городу-то я дольше буду, да, явно. А вот где-то посидеть, ну, скорее всего, недолго, я точно не знаю. Но я потом ближе к делу всю информацию в группе размещу.
Ой, не знаю, но когда можно будет на улице в футболке ходить и не мерзнуть при этом? Тогда вот примерно. Ну, то есть, нет точной даты. Я просто с дядей, короче, в автопробег мы хотим к Финскому заливу, там, потом через Карелию и обратно. Просто, ну, просто такое, типа, развлечение. Нет, ну, критерий комфортности, критерий тупо комфортности. Чтобы было тепло на улице. Зимой не очень путешествовать. Ну или там даже когда еще лед. На дорогах скользко, нафиг это надо. Чего? Сортовалу на русский альский карьер. Я первый раз слышу, что это такое. А ну. Ну, в общем, вряд ли, ну, самое раннее, это самое, что возможно, это май, но мне кажется, позже. Ну, не раньше мая, точно. Карелии. Ну я не знаю, ну короче говорю, то есть я от Москвы поеду по Ленинградскому шоссе, да, до Питера, а от Питера я, если честно, извините, у меня с географией пока плохо в этом направлении, к Финскому заливу, хотя Финский залив, по-моему, это и есть Питер, да, или нет? Ну в общем, к Финскому заливу, оттуда по западной границе России, короче, и потом до Москвы. Ну, не прям по границе, да? Ну, вы понимаете. Привет, Джокер. Знаменитое место в Карелии для туристов, значит, скорее всего, да, буду. Я говорю, потому что поездка будет у меня чисто, ну, развлекательно-познавательная, да. То есть просто повидать места, повидать Россию. Я так мало видел, вот, с точки зрения, ну, вообще, не знаю, России, планеты и так далее, да. Я вживую видел очень мало, очень. Я хочу увидеть побольше. И я очень люблю ездить на машине, поэтому совмещаю приятное с полезным. А тем более тут есть шанс даже не одному. Так что вообще круто. Когда-нибудь наступит время, и я наконец-то съезжу и за пределы России. Но пока еще такого не было. Даже, ну, то есть не на самолете, никак я вообще не был вне России. Никогда. Даже в соседних странах, типа Украины, Белоруссии и так далее, не было. На танке. Ну,
По крайней мере, на внедорожнике, чем не танк. Ну, конечно, Нива это такой внедорожник. Не прям, там, не прям танк, но тоже сойдет, в принципе. Мне же не по лесу прям ехать. Главное, чтобы по российским дорогам ездил. Давай на трике удачи. Ладно, стреляем по одной пульке. Не особо по одной сейчас получилось, ну ладно. Я задумался опять. Жесть. Ну куда ты кнопку опять не прожалась? Короче, нифига я не убью этого босса быстрее, чем РНГ-гай. Он где-то что-то 8 с чем-то часов на него потратил. Ну, по-моему, я как минимум столько же потрачу, а может и больше. По-моему, почти 7 часов уже бью его. Кнопка что-то не прожалась, да что ж, я не понимаю, то ли у меня такая рука криво, то ли у меня с кнопкой проблема. Видели, сейчас опять что-то не прыгнул, и вот сейчас, или я до пола не достал, и типа у меня не было второго прыжка.
вроде с кнопкой все нормально. Блин, хрен знает. Почему тогда иногда не прижимается? Может, бак воды? Какое место больше всего бесит? Серьезно? Да ладно, а что в нем сложного, лол? Я так удивился, что ты на нем вопил сразу три, по-моему, да? Да ладно, это же легкое место, лол. Да ладно, ну блин. Вот так, конечно, делать всегда. Как бы заранее прыгать в мокрую пулю и понизу промикривать такие вот яблоки неприятные. То, что поверху каждый раз боюсь перепрыгивать. Что я сделал? Я
А видели, я чуть-чуть выше воды прыгнул, и все, прыжка не было. Просто прыжка не было. Так неохота, вот когда умираешь где-то далеко там, да, так неохота заново начинать что-то. Ну, особенно ладно, если там, ну, типа хорошая попытка была, то ладно, а так. Ну, что так поздно-то появилось? Редмон Раш, ну это Адам, наверное. Ты про Адама, да? Это нормально. Не так уж он и долго проходит. Ну, примерно, как обычно. Проходит ее. Но он там сейчас секретного босса убивает, не обязательного.
Дэнс. Я вот 97 часов прохожу вторую Камелию. Тоже не так уж и мало. Ну правда, уже в принципе я большую часть игры прошел. По контенту. Нет же, ну нет, ну я же мог это, ну, знать, что оно иногда отскакивает назад. В смысле, ну, рука мгновенно и должна убивать, или ты про что? В смысле, там нет бага никакого. Птичка такая стерпная. Или хрен это какое-то животное. Блин, попасть нет. Может быть, никогда там такого бага не видел.
Какая версия, боже, 1.7.3? А, вернее, даже не 1.7.3, самая последняя нужна, где I wanna... Ой, как там, You gonna be rage mod должен быть вместо рейпа. Хотя этого бага и в 1.7.3, в 1.7.1 нету. Странно, я не знаю, это очень странно. Я никогда не видел такого бага. Никогда. Ни у кого. Блин, а из-за чего он случается? Странно. Нет, я верю. Ну как бы я верю, что он может быть, но просто я говорю, что я никогда не видел. Может, баги мои всякие могут быть неоткрытые, в том числе. Солгрин вообще говорит то, что он больше за 19 минут проходит. Потому что он знает, типа, какой-то скип, который никто еще не обнаружил. Я не знаю, может, он троллит? Я сказал 19, 29. Да, скачай самую последнюю версию. Признаком самой последней версии является то, что при выборе режима сложности, там последняя сложность называется You're gonna rage mod, а не You're gonna get raped mod. Это старая, вот сейчас rage. То есть теперь вместо изнасилования ярость.
Раз. Два. Три. А Владислав, ты не видел? Вчера вообще один хп оставлял. Я ему один хп оставлял. Но все равно обидно, ну, блин. Ну тяжело, тяжело. Последняя фаза тяжелая. Вот что не говорите там, типа, ой, да Камелия 3 это жесть, а Камелия 2 это так, для детей, да? Ну ни хрена. Тут последняя фаза, она реально тяжелая. Из-за рандома. Особенно вот это яблочко дурацкое, которое летает. Если бы оно назад не отлетало, было бы все хорошо. А оно назад отлетает иногда, вот видите, вот сейчас оно отскочило нормально. Оп, назад полетело. Вот если бы этого не происходило, как на Destination Bossе, кстати, такое же было, то, ну, ладно еще. Вот оно назад отскакивает, это бесит. Ну, я и так старался ждать. А по поводу СК-2 Чумирайт, ну на самом деле, я вообще как бы... Ну... Как это сказать? Ну такой человек, что типа, ну обычно позитивный, да, и... Не вижу смысла там, знаете, там, уходить в депрессии, еще что-то. Но если СК-2 реально загнется, а... Как шутки не шути, а это как-то реально видно, что сообщений становится меньше, то, ну, конечно, это меня сильно расстроит. Потому что, несмотря на все недостатки и там и так далее, мне все-таки нравится СК-2, и он меня приютил как бы как стримера 2 года вот уже. Ну, короче, мне жалко, если СК-2 свинет. Да, смайлы, ну. Не хотел бы я этого развития сценария. Причем дело не в том, даже сам сайт висит онлайн или нет. Дело в чатике. Ну, то есть. Ну. Я, ну, по крайней мере, не знаю, как на других стримах, хотя на других я тоже такое замечал. Но вот у меня намного меньше стали писать на СК2 ТВ, да, чем на Твиче, то есть стали бы в основном писать. Ну, правда, вот именно сегодня, да, вон вроде бы есть там на СК2, но это такое. Жаль, жаль. Но если зрителям больше нравится Twitch, что же я поделаю? Свобода выбора. А по поводу Ростоп-сервера, как я там через них прыгаю, ну ты тоже будешь прыгать через них, хотел сказать, скоро, ну, когда-то. А еще через шарик. Ну правда, там двойной прыжок дают, третий Камелия. Это нечестно. То есть у тебя там из воды всегда есть второй прыжок. Это реально, это такой, такая халява, по-моему. Правда, там яблок много летит. Но, блин, мне кажется, на самом деле, что там легче именно этот кусок. А, через низ? Ну, он уже не тот, это такое, на самом деле, ну, нормально. С видео с котиками? Так, ну, Владислав, ну, на Twitch бы на Good Game зашел. Яблоки скриптовые? Ну, нет, я думаю, что все-таки они там рандомно летят, или нет.
Серьезно, они там статичные, по-твоему? И да, если что, кто не в курсе, когда падает СК2, совершенно не обязательно падает фанстрим ТВ. И вот последние дни, когда вот падал СК2, фанстрим не падал. Так, к слову. Не забывайте, что он существует. Так что Владислав зря ты котиков смотрел. Мог пики на фанстриме ставить. И нет, через низ я как-то не круто микрую, честно говоря. Откуда ты такое взял, just observe? Ну да, получается иногда, но и умираю тоже. Я лично абсолютно не уверен в своих прыжках через низ. Они довольно стрёмные. Да ладно, ну это-то зачем было? Всегда одинаково, да? Ну тогда вообще что-то какое-то... Оказуалили, короче, Камилию. Через низ не дамажится. Да это что, реально? То есть надо именно по голове попадать, лол. Вот тебе, блин, спидран страты. Справился с управлением.
Не, ну СК2 вообще нормальная система рейтинга. Чем больше срачи в чатике, тем больше рейтинга стрима века. На Good Game там только по зрителям рейтинг выставляется. Нет, тут не одна и та же. Вот у меня сейчас счетчик зрителей показывает именно на СК2-че, то есть сколько человек залогинено, да, в чатике СК2-че на моем канале. 16. А пишите только вы с Владиславом, да? Разница большая, сколько смотрят и сколько пишут. И это всегда, ну, как бы это естественно, всегда так на любых стримах и на любых сервисах. Так, то есть, как бы... То есть на Good Game, допустим, если бы у меня было там 16, да? И писало бы 2 в чате, то у меня рейтинг был бы как от 16, а не как от 2. А на СК2-че сейчас как от 2. Вот, да, вот в том-то и разница. Давай же, сабсервер, удачи тебе с Гаем. Ну там, как удачи. Начинаю учить страты. Надеюсь, ты хоть там не написал, что долго насижу тут. А, не, кричать я вряд ли буду.
нахрен так делать не надо. Я и не заметил, что оно уже вылетело. Да ну. Неудачно полетели они, неудачно. Я зря так делаю. Чё я делаю? Ну блин, вроде бы сейчас я уже перестал делать фигню и умер как раз таки. А пока делал фигню, жил. Рано нажал прыжочек.
куда по два-то, ну? Одну. Блин, нельзя просто взять и стрелять по одной пульке. Вернись от этого яблочка, все, босс был бы убит. Как раз после 8, мы же договорились, я буду спамить после 8. Блин, опять просто неудачное дурацкое яблоко вылетело. Я понял еще одну вещь. На шестой фазе, когда я стреляю, надо находиться на, ну, с правой стороны. А то слева вылетает яблоко, или я как раз находился справа, просто меня зажало. Если честно, я уже даже не помню. Блин, я волнуюсь, жесть. Теперь опять будет тяжело собраться. Скорее всего. Потому что у меня уже начали руки трястись. Блин, в этом плане у меня всегда плохо. В любых играх. Когда я начинаю, ну, близко к, там, к победе и так далее, я все, мне начинает это фигня происходить в голове. Не, причем, то есть я могу, когда я близко к победе, но еще не умер, я могу дожать. И я не буду чувствовать прям сильного волнения, потому что мне как-то будет не до этого. А когда я все-таки, ну, погиб там, типа, да, умер, там не получилось, что, да, и так далее, то после этого, блин, после этого все плохо. Осознание приходит, как я был близок. Thank you.
хороший рандом пошел. Блин, и я просто взял и слил. Я хотел маленький прыжок сделать, он сделался большой. Надо было хоть через низ попробовать, ну блин. Надо было хоть через низ попробовать. Уже видел, что зажало. Ну блин, почему-то не рискнул даже через низ. Надо быстро принимать решения. Этот босс на быстрое принятие решений. Я бы даже сказал, он тренирует. Это как это? Способность быстро принимать решения. Напряженная ситуация. Я вот пока не очень натренил эту способность. Чуть-чуть затроллило. Не дало мне краешек воды.
Плохо. Ой. Я его не увидел. Он в слепую зону попал. Он в слепую зону попал. Оно. Яблоко. Спасибо за пики. Сейчас это обратил внимание, да, если спамить прям жестко, то он снимается здоровье медленнее, чем если спамить вот так с определенной частотой. Потому что я спамлю, иначе очень долго. Вот смотри, видишь, сейчас. Ну, когда нужно что-то показать, всегда не получается. Ну, первая фора, фаза вообще пустая. Вот смотри, раз, видишь, один раз выстрелил, одно яблоко. Если я не стреляю, нет яблок. Просто я наспамливаю, потому что долго. Так, рандом здесь абсолютно везде. Единственное только, ну, то яблоко, которое на пятой фазе, оно летает не по рандому. Привет, Декстер. Да я, ну, до шестой фазы уже много раз доходил. Ну, сегодня два раза. И один раз я ему на шестой фазе без спама, снес 8 хп. Как раз я как бы для себя поставил установку. Когда я сношу ему 8 хп на шестой фазе, я начинаю спамить и заспамливаю его до смерти. Я когда снес 8 хп, я тут же умер, прям тут же. Не успел ничего вообще сделать. Такое, не знаю насчет Найста, но... Блин.
это нормально. Дурак или кнопку нажмешь все-таки, может? Не попал по пульке. Ну, в смысле, по пульке попал, а по мокрой пульке не попал. Затроллено, затроллено сильно. Да ладно, ну серьезно, что ли? Так ты, доктор, не прошел там все-таки? Эти конвейеры. А, кстати, даже стрим закончил, да? Что-то я только сейчас понял. Один сейв? Без тренинга? Ну, нормально. Это за сколько? За полтора часа? Примерно. За два где-то, да? Не-не-не, куда две? Куда? Одну, одну. Рука, перестань, что ты делаешь? Да ладно, ну блин, ну такие тупые смерти, такие тупые смерти. Конвейеры тренить? Ну, в гейммейкере можно потренить.
смысле воссоздать кьюмейкер. Наверняка оригинальный джастис декомпилится. А если даже нет, ну можно просто написать с нуля. Там не такая уж сложная физика. Ну, точнее, механика. Ну, если хочешь, я тебе сделаю. По крайней мере, попытаюсь. Ну, скорее всего, получится, почему нет. Напомни только потом. Так, перестаем спамить. Наверняка мне потом тоже пригодится. Если я буду проходить Камилию. Пятая фаза. Не торопимся вообще никуда. Торопиться? Не слышал. Блин, взял, поторопился. Пока что еще это не плачевно закончилось. Но могло. Блин, ну... Оно бы меня зажало бы, мог бы снизу, конечно, но снизу боюсь. Ну, третий этап плотный. Первые два вообще ни о чем, честно. Боссы-то о чем, а уровни, ну, не, ну... Для того, кто в Айвана играл уже, там, не, но они ни о чем. Ну, естественно, про секретки я не говорю, да, без секреток. Эх, вот бы сейчас... А, там же... Обсервер стримит, блин. Я не знаю, может пойти посмотреть. Я что-то не могу. Я устаю. Ну, вы же понимаете, я после работы стримлю. Я, конечно, не могу сказать, что у меня прям пипец под какая-то работа, да, там, я не в шахте работаю. Но, знаете, все равно. Видимо, выносливость у меня донская. В итоге я долго не могу что-то стримить. Да, третий уже нормас. Да, я помню, какие-то глаза на лоб лезут, когда ты этого... Где-то паука больше проходил там, с этим. Ну, ты понял, с кем. Втроём. Если уж от босса такой... То что там в Камиле? О, себе стенку наспамил. Круто же. Видел вчера РНГ Triple Diamond сделал в моей недоигре. Без ямки.
говорят, Сильвер. Ну, хайлайт у него есть, можешь глянуть. Вот нахрена, что это сейчас сделал, ну? Нервирует такое, вы думаете, это без последствий проходит за моих нервов? Ничего подобного. Ой-ой-ой, это было очень близко. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, мне сказали, все исчезнет. Мне сказали, все исчезнет. А оно, в принципе, исчезло. Но я походу просто у меня... Я умер, а по моя пулька летела, да? Оно как бы исчезло, но... Значит, надо... Нафиг, 9. 9 или 10, наверное. Блин, 10, ну это сложно, я волнуюсь же. Я 8-то еле отсчитываю. Блин. И мне еще говорят, что это легкий босс, типа, что я так долго на нем сижу. Да пора бы уже пройти. Ну, блин. Знаете ли. Нервы не железные.
конечно, Камиле под конец, я имею в виду, игра, да, все-таки прям вот дает нервам это тест, испытание. Вот на Салгрине так не было. Ну, то есть, да, я там очень волновался в конце. Ну, возможно, из-за того, что я с первой попытки прошел третью фазу. Ну, как-то, то есть, на Салгрине, да, был пипец плот, но почему-то... я так, ну, не знаю. Или я все-таки так же нервничал, если честно, может, я уже забыл просто. Ну, там, конечно, была жуть на третьей фазе. Я, там у меня пульс, наверное, просто был... зашкаливал просто. Но... как тут, прямо я сижу, нервничаю. Сам себя не затроллишь, никто не затроллит. Ой-ой-ой, ну, а почему там, я не понимаю, откуда там снизу сейчас 4 яблока полетело? Ну, я не стрелял 4 раза по нему. Как, я что-то не понимаю, откуда там столько яблок полетело? Что-то чушь какая-то. Или я упорот просто, я не знаю. Thank you.
Ах ты ж. Привет, Клобок. Да почему? Я всех жду. Столько нас спамил. Привет, Эльзоргу. Ну, это все-таки уже не считается боссом, то сразу же. Это босс 6 уровня. Свои страты Эльзорга. Привет, Дефендер, я убил этого босса и умер. То есть у него осталось 0 хп. Нет, не такая Эльзорга. Ну, в начале отчасти да, отчасти. Но и то, это когда я не успеваю остановиться. Последний экран в третьем уровне, который из Time Machine. Ну, как пройти? Ну, там вот самое, где падение... вот когда ты... Там платформочка ездит, да? Которая в самом низу. И тебе нужно к ней спрыгнуть так, чтобы... Ну, то есть Кирби только пролетит. И после этого сразу спрыгивать, чтобы он тебя на платформе не достал. Ну а дальше быстро прыгать по стене. Все, какие там еще советы? Микри. Что я делаю? Блин. Ну как умудрился? Вот так умудрился. Ну
я не знаю, ну как, снесся с хп и умер об яблочко или об пульку, не помню, обо что-то. Об его пистолет, по-моему. Мне рассказали, что все исчезнет, а он не исчез. Хорошо нарандомил. Или я принял неверное решение. Вот ведь яблочки-то какие тролльские.
Понятно, яблочко летит. Ну я же знал, что... Я знал абсолютно, что оно прилетит назад. Ну я просто не нашелся, что сделать нужно. Где мои прыжки? Ну где прыжки-то? Ну. Привет, Эпсилон. Такие сейчас были у ворота классные. Блин, ну почему хорошие ворота никогда не попадают в победное видео? Победное видео обязательно будет унылым. Ну, кроме самой радости от победы. Там еще дырка какая-то слева открывается. Отлично вылетело. Просто супер. Это честно вообще было?
Хотя нет, я бы направо бы тоже умер бы, по-моему. Что-то не везет в Камилке, надеюсь, хоть завтра повезет в Сонике. Это жизнь. Блин, ну чуть-чуть высоковато взял, высоковато. Ну нет, что-то я так поздно понял, что это стена,
что надо понизу проходить. Я это так поздно понял, когда уже ничего нельзя было поделать. Мне почему-то вначале показалось, что я перепрыгну это. Надо дойти хоть до шестой фазы еще раз. Я уже 8 часов с половиной убиваю ее, его. И все еще продолжаю дебильно умирать. Как-то оно прям кучно пошло. Это сейчас что было такое? Нет, контриггер, я тебя не понял. Как это? Ну давай я вот сейчас абсолютно не буду спамить. Ну правда это затянется, ну давай, и чё? Всё, вот. Два яблока летит, пропускаем их. Блин. Ну, на самом деле тяжело не спамить. Ну просто, что такое идеальный микрош? Ну так говоришь, как будто он его просто так...
щелк, включил и все. И идеально микрится. Ну вот, я вообще не спамлю. Ну ладно, блин, можно было чуть-чуть и пореже, наверное, стрелять еще. Ну, вначале нет смысла не спамить, да? Ладно, давай доживем до фазы, когда сверху хотя бы яблочко падает, и тогда уже будем вообще не спамить. Ну, то есть по одной пульке, а не по две. А потому что до нее я часто доживаю и со спамом, нет смысла не спамить. Ну, в конце, так я в конце и не спамлю. Я в конце и не спамлю. По одной. За один прыжок одна пулька максимум. Я, может, просто мысль не понял, но мне показалось, я написал, мол, если абсолютно не спамить, то босс пройдется с первой попытки. Но это не так. Так видишь, я сейчас умер, хотя не спамил. Блин, ну... Ну, тут что-то как-то тяжело было. Я забил не спамить. Не могу не спамить. Ну как, это не такой уж прям спам. Всего лишь по две пульки пускаю за один прыжок. Но мне так уже привычно. Сейчас смысл мне отучаться. Тем более из-за этого затягиваются попытки. Я же до автоматизма почти довел, поэтому... Чтобы мне не спамить, мне нужно постоянно об этом думать. Прям сидеть и думать, не спамить, не спамить, не спамить, не спамить. Тогда можно еще там не спамить. А так я до автоматизма довел и нормально. Ну вот это сейчас какая-то половаха.
что ж такое? Что-то вот он... Неужели у меня все боссы обязательно должны больше 11 часов убиваться? Почему? Все 4 босса из Boss Rush убивались больше 11 часов. И меньше 12. Но это же уже не Boss Rush. И все эксперты из чатика говорят, что он проще, чем боссы из Boss Rush. Я даже не знаю, если честно, как надо было Серьезно, ну почему оно так сильно влево-то взяло? Ну я думал, что оно пролетит справа от меня. Просто взяло и зажало, оно просто меня зажало. Я влево, оно влево, я влево, оно еще влево, там стена. А если бы я направо прыгнул, я бы прям в него врезался. И что там, я ничего не мог так сделать. Это тупо смерть была.
Где окна? Сейчас, короче, дропну. Что за настроение нету? А без настроения стримить это плохо. Исчезло все, исчезли пули, исчезли шипы, исчезли яблоки. Я упал на пистолетик. На пистолетик упал. Я теперь решил на шестой фазе 10 левых яблок пропускать перед тем, как начать спамить. А то это я после 8 спамил.
жесть. Куда оно отлетело? Как? Как оно вообще туда отлетело? Да нет, Снаф, у меня уже четкая страта. Ты просто много пропустил, Снаф. Ты много пропустил, у меня другая уже страта. Ну что, ты не видишь, какая у меня страта? На первой фазе я спамлю как могу максимально. На второй фазе я спамлю по две пульки за прыжок. На третьей по настроению либо две пульки, либо одну. Вот это третья началась. На четвертой уже по одной за прыжок. И то он даже не всегда. Иногда пропускаю яблоко. Ну и на пятой, и на шестой, естественно, по одной. И даже не за прыжок, а я жду, пока яблочко отлетит далеко. Нет, вчера было более рандомно. Привет, Тор. Вчера не было именно четко, когда что делать. Я просто как-то по ощущению действовал. Ну, то есть, типа, хз, сейчас поспамлю, а сейчас, ну, хватит, да? Зорко, потому что он спидранит. Я не спидранил, если ты не заметил. У меня другие страты. Не спидранские. Да, сейчас иногда очень сложно руку остановить, чтобы две пульки не выпустил. У меня просто как, типа тика что-то, я не знаю. Просто беру две пульки и выпускаю. Ну, Тор, пока что такого не было. Вот именно надежно, ты понимаешь, надежно. А я не могу надежно. И на скорость на надежность практически не влияет. Ну, в смысле, в конце, да, а в начале какая разница? Ты видите, чтобы я сильно нестабильно доходил до третьей фазы или что? Вот смотри, какой смысл мне сейчас по одной пульке стрелять? Какой смысл? Я что, умираю на этом? Все, смотри, дошел до третьей фазы. И вот зачем мне сейчас было тратить на минуту больше, или насколько там, стреляя по одной пульке, если я могу делать вот так. Если я сейчас умру, мне не будет сильно жалко. Ну и что, мне не жалко, я еще раз дойду туда. Ну, под конец я вообще медленно стреляю. Где ты видел, что я под конец спамил? Нету под конец спама никакого. Работу завезли, ну, хорошо-то.
А, значит, не будут сокращать, получается, да? Ну, по два за раз, до третьей фазы, иногда включительно, иногда нет. Ну, ты видел, ну, при чем тут, что я сказал, ты видишь своими глазами, чтобы я спамил на последних фазах? А здесь я спамну по две за раз, ну, потому что... и что? Ну даже вот на третьей я чаще всего по две. Иногда, когда долго уже не получается, перехожу на одну. Но иногда чуть-чуть выжидаю. Ну, короче, действую по ситуации. От рандома зависит. Когда уже снизу яблочки, то стараюсь по две не выпускать. Хотя, говорю, иногда просто случайно получается по две. Так уж случается. Вот все, так по одной. И даже не за раз, а за два где-то. Но опять же по ситуации. Вот и пятая фаза. Тут вообще, тут я жду, пока это яблоко начнет улетать от меня. С обратно прилетит. Нет, не обратно, значит стреляем. Два раза примерно успеваю стрелять. Назад прилетит, нет? Нет. Стреляем. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Это серьезно происходит? Это, ну... Соника спидранит? Да нет. Он перепроходит его. На типа на стрим. Даже запульсировало в ушах. Вообще можно было не спамить. За чего вообще спамить там? По-моему, я там спокойно мог еще дальше жить.
какая разница? Ну не знаю, ну хотя бы 12 там на спаме. Хотя я по сути умер от вообще ерунды какой-то. Дело не в том, что... Даже дело не в заспаме. Я же не от яблок умер. Дело не в заспаме. Я не от яблок умер, не от пистолета умер. Я просто умер от пульки большой, которая появилась. Хотя, ну, наверное, потому что я начал резкие движения непонятные делать. И так далее, да. Давай, Тору, дай сейчас спокойной ночи. Да, целься в воду. Когда я начинаю спамить на шестой фазе, все, мозг просто включается. Я просто спамлю и прыгаю влево. Вообще, я вообще не думаю. Не могу, не знаю. Надо лучше, я говорю, лучше не спамить. Или спамить, когда останется там, ну реально прям, ну, 4 хп останется, то есть, чтобы так просто, раз, два, три, четыре, и он умер. А я не знаю, сколько мне оставалось-то? А, если 10, то значит у него остается 8, мне писал Декстер. Ну, тогда надо... Ну, давайте 14. 4 уж я смогу потратить, наверное. Ну, особо не парюсь. Самое смешное, что если бы мне сразу сказали, например, сделай, чтобы 14 яблочек слева вылетело, а потом спайм, я бы наверняка уже давно прошел бы. Потому что я вначале себе сделал цель 4 яблочка слева, потом спамить, умер. Сделал и умер. Потом сделал цель 6 яблочек слева и спамить. Сделал 6, заспамил, умер. Потом сделал 8, заспамил, умер. Теперь сделал 10, 2 раза, и 2 раза умер. 14. Ты уже спрашивал, я уже все, что знал, сказал.
Да, я знаю, что я сейчас стреляю часто, ну а чё? Как-то не особо страшно. Плохое яблоко, но я мог его перепрыгнуть, если бы подожди. Я, если честно, думал, что я проскочу под ним. Почему-то не получилось. Что-то вообще не пошла. Привет, Трафальгар. Как дела? Нет, снап, немного. Вообще немного. По контенту. Как я уже говорил, я в точности не представляю, но считаю, что общая картина есть. Вообще немного остается. Со здоровьем проблемы, ну блин, печально. Ну, здоровье важнее, чем стримы. Трафальгар, я забыл, ты же вроде питерский, да? Почему-то я думал, что он питерский, ну ладно. Надеюсь, этот раз Трафальгар, ой, этот Трафальгар, Гантрикер не обманет насчет стрима. Соответственно, в 22:00 я леваю. Я устал. Я не хочу. Магнитогорске. У меня, по-моему,
дальние-дальние родственники оттуда, в смысле корни. Я всегда прав, нет. Ну, Гантригер. Видишь? Как-то... Как-то не пошло... Не, чего вдруг? Я не буду опыт проходить. Или ты про что? В каком смысле, Пёрт? Мои дела? Ну, в жизни, в принципе, хорошо, вообще. Ну, я бы сказал, прям нормально. А в играх, в стримах, ну вот в игре, видишь, зоопарка. Ну, тут пот и слезы, короче. Ты имеешь в виду Ориона или Зорга? Ориона, а не Орбит. Нет, нет, Снап, я уже говорил, что, ну вот я вам серьезно говорю, что реально не факт, что я буду проходить третий Камелеон, реально не факт, ну по крайней мере, ну в ближайшее там какое-то обозримое будущее, потому что я все еще реально не уверен, ты посмотри, как я здесь страдаю, ты посмотри, ну, то есть вот, там, ну даже ну, по себе посуди. Вот тебе интересно это смотреть? Ну как бы. Если мы о чем-то разговариваем, сидим, да, то в принципе я думаю нормально, да? А если я сижу, молчу, сконцентрировался и как бы и все, да? И так сижу часто, да, то это, ну, так себе. А это только вторая Камелия, а в третьей такое начинается с третьего уровня. С третьего, а там. Ну, на четвертом уровне в два раза хуже, чем в третьем. Потом босс раш, который, я не знаю, в миллион раз сложнее, чем босс раш Камелии 2. Ну ладно, с миллиона переборщил, ну, сильно, да? А потом пятый уровень, это просто вообще невообразимое что-то. И пятый уровень это еще не последний, там еще ночной кошмар, зона так и называется, ночной кошмар. Один человек на Ютубе, ой, на Ютубе, на Твиче, вот западный, сейчас проходит Камелию 3, он дошел до 5-4, а после 5-4 как раз ночной кошмар. Он дошел до туда за 700 часов. 700. Для сравнения, я вторую Камилку прохожу 100 часов. Кстати, скоро юбилейчик. Представляешь, в 7 раз был дольше, и еще даже не пройденная игра. И в конце, и там еще довольно жестко впереди у него. Я вот как бы, я серьезно боюсь в это, именно на стрим. И вне стрима, как бы, я понимаю, ну пофигу там, ты, ну дропнул когда хочешь, ну отложил на месяцок. Ну, я так не люблю на стримах делать. Ну, в общем, я пока я не знаю. Посмотрим, когда клавиатура будет новая, я посмотрю, как я в ней освоюсь. Если мне прям... Если я прям хорошо с этой клавиатурой освоюсь, научусь хорошо шипы проходить сложные там, да, так вот, подтянусь там в шипах и так далее, то в принципе, может быть, я решусь на прохождение третьей Камелии. То есть я не исключаю, да, что я буду проходить, но как бы вот Владислав просто, я помню, писал, что типа, ой, ну, то, что ну ломается, типа, на самом деле будет третья Камелия. Ну. Нет, на самом деле, реально не факт, реально не факт. Нет, нет, ну если я даже буду проходить, я секреты точно не буду брать.
прошел, но как видишь, нет. Нет, бака это бред, бака это бред. Я надеюсь, гантриггер там запустился, мы его сейчас захостим. Я пойду сделаю себе кофе, усядусь и буду смотреть, он проходит Wings of V, я вам уже один раз рекламил, но он там, у него были дела, он не смог, а сейчас он уже на электробаране, боссе, на Mortal моде. Проходит, между прочим, лучше меня, предыдущего босса, второго убил на сколько-то там смертей быстрее. Да что с Твичом-то, ну, Твич, грузись. В общем, с Камилку мы забрасываем до понедельника, как обычно. Завтра, соответственно, у нас спидран день. Соник. Не знаю, если Соник надоест, может быть, еще чем-нибудь про спидране, может, больше. Не знаю, посмотрим. Ну, в общем, спидран день. Это не обязательно Соник, но пока что у меня, я мало чего могу спидранить, да? Я, в принципе, из затрененных игр у меня только Соник и Боши, и то относительно затрененных, да? Ну вот, но в целом, то есть, чтобы понимали, спидран день это, когда у меня накопится коллекция игр, которые могу спидранить, это могут быть любые, в принципе, игры. И воскресенье, Wings of V, последний босс. Всем спасибо, что смотрели, всем пока, увидимся.